I'm in London, got my beef from London. I style, no stylish. No Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle, no stylish. Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears. Hopping out the jet, leers. Bad bitches getting wet here. Yes, don't call me till the check's clear. Fuck they talking about? Fast talk, running laps. Now I'm not playing it. Shit. French vanilla sipping on. Lid just picking up. Hong Kong, Morocco, I'm here. No stylish. Now I ain't playing with these bitches. They childish. Yeah. Look around, they crying. She said I ain't got no heart, bitch. Find it. I style. No stylish. No Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle. No stylish. Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears. Hopping out the jet, leers. Bad bitches getting wet here. Yes, don't call me till the check's clear. I style. No stylish. No Chanel, Nike track, doing roll with some waps. And that's capo in the back, and that's swole in the back. Don't need Gucci on my back, TV Gucci got my back. Don't know where y'all niggas at, I been here, I been back. In the Lala, word of Zach, I need action, that's a fact. I style, no stylish. No Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle. No stylish. Итак, друзья, всем привет, сегодня у нас 26 марта. Пытаюсь проехать в поля, снег у нас растаял, его нету. Вижу по группе бахчеводы, что в регионах кипит работа. Сейчас проеду в поле, посмотрю влажность земли и по мере возможности будем выезжать. В этом году нужно еще обязательно вспахать. Вот оно поле, где в том году был арбуз. В принципе, сухо, еще подождать и можно в бой. На улице очень тепло, комфортная погода. Снег во врагах еще присутствует. Вот так вот сейчас покажу, как защитили мы наши деревья от зайцев. Их каждую зиму сжирали под корень. Но в этом году, благодаря сетке, все сохранили и уберегли. Почва еще влажная. Это видно. Пахать рановато. Еще лежит снег. Сейчас зайду в теплицу. Посмотрю, как там. Перезимовало отлично, где-то пришлось прокрутить вот новые болты. Ну а в целом конструкция надежная, рекомендую. Очень все просто, каркас деревянный, поликарбонат, карбоглаз, четверка, этого хватает. Вот сколько уже лет, 6, вообще не паримся, жара бешеная. Подключили интернет. Сейчас прокачиваем скважину. Новый день. У нас был сегодня дождик очень сильный. Сейчас посмотрю по осадкомеру, сколько зафиксировалось осадков. Ну, вижу, что не совсем такие много. Всего 6 миллиметров. Да, для поля это, конечно, очень-очень мало. Но как есть. Новый день, продолжаем пахать. Вот столько вот спахано, осталось чуть-чуть. Сейчас допашу и будем делать остальные дела. Пашня супер. Весной пахать легко, лук залазит как в масло. Не выпрыгивает, зашибись. Ветра очень сильные, подрывает поликарбонат. Если вовремя не заметить, то можно увидеть, что теплица расчехлилась. Да, сейчас все нормально. Все держится, все отлично.
запашем, зацеплю КПГ, пройду края, чтобы все было ровно. Ну и завтра, думаю, зацепить Полярис. КПГ, аппарат супер. На востоке области выпал снег. У нас очень холодно, но продолжаем работать. Снега нету, сейчас закультивируем. Ну и, собственно, все дела на сегодня сделаны. Новый день, купили яблони, сейчас будем сажать. А вот такой вот вид поля прокультивировали. Каждое дерево полью. Вроде бы почки живые. Надеюсь, что примутся.